Ой, Нубик, ну и отличная же сегодня погода, капец. Да. Я такой погоды уже давно не помню. Да, очень жарко. Да, Нубик? Да, очень жарко, вот кока-кола стоит, очень пить хочется, жажда. Эй, вы слышите, Шадиме, Нубик, вы чё тут разлеглись на свои лежаки? А ну идите сюда скорее, скажу вам кое-чё. Что? Да, ладно, ладно, житель, чё, откуда ты появился тут? Мы вообще тут сидим, отдыхаем, чё произошло-то? Да вы что, не знаете то, что прямо сейчас сюда движется цунами из гамбургеров вообще-то? Вас сейчас затопит, и вы станете такими толстяками, что потом вообще никуда залазить здесь не сможете, поняли? А ну скорее стройте бункеры, тем более я вам креатив сейчас включил, а ну давайте, быстро! Ладно, мы поняли тебя! Прием, прием, друзья! На связи, конечно же, сегодня мы, профессионал Шадимен и мой друг Нубик! Привет, привет, друзья! И сегодня, как и сказал этот житель, мы будем строить... убежище против цунами из гамбургеров, конечно, в виде гамбургеров. Так что, Нубик, давай действительно пользоваться тем, то, что этот житель нам пока что с тобой включил креатив. Ну а вы, друзья, если когда-то в жизни ели гамбургер, чикенбургер и так далее, ставьте лайк под этим роликом. И смотри, меня не обманывай, я точно знал, ты что-то из этого ел, и напиши, что твое любимое блюдо вообще, самый-самый твой любимый фастфуд какой-нибудь, или ты вообще его не ешь. Вот, а те, кто из вас еще не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Ну что, Нубик, вперед из песни, мы с тобой начинаем строиться прямо сейчас. Теперь все будет зависеть только от наших с тобой фантазий. Так что давай, собираемся с тобой. Так, не забудь то, что у нашего гамбургера, должна быть начинка, там лучок, колбаска, не знаю, какая-нибудь, что там еще, зелень всякая и тому подобное. Так, еще вот. Я, в принципе, план действий уже более-менее наметил на сегодняшний наш гамбургер. Посмотрим, что у меня в конечном итоге из этого получится. И, по-моему, мне немного придется сегодня за рамки-то своего квадрата выйти. Так что, Нубик, если что, я тебе тоже сегодня разрешаю так сделать, если ты хочешь что-то побольше построить. Потому что я хочу сегодня построить постройку, которая будет действительно, ну... Если вот какой-то человек у него спросит, что это такое, он должен безупречно ответить то, что да, это ж легко, это же гамбургер. Чтобы было похоже. Вот, так что, да, именно. Слушай, надо сделать максимально, чтобы все было похоже. А у тебя какой, кстати, любимый гамбургер? У меня... Слушай, я не знаю, честно говоря. Я один раз купил такой, он назывался Long Гамбургер, и я его открыл, он такой длинный был, представляешь? Ну и после того, видимо, ты его съел, у тебя голова навсегда потом большая стала, да, насколько я понимаю? Да. Ух ты, ёперный Нубик, ну ты был бы аккуратней, что ли, а то у тебя там, походу, в голове-то теперь только один гамбургер-то и остался с котлеткой. Я смотрю, у тебя что-то изо рта постоянно течет, там и памперсы начал носить. В общем, да, как-то так оно получается. Да, в креативе так, это лучше смотри. Строить. Ну, конечно, так что жителю большой респект, большой привет, спасибо, то, что включил это все. Кстати, я буду листики вот такие делать из этого, из шерстяных блоков, так что, Нубик, тоже шерстяные блоки, если что, использую. И да, что ты снова за мной это повторяешь? Ну-ка, давай свои идеи включай, ты уже запарил, правда, в каждой серии постоянно за мной повторяешь, Нубик, ну, честное слово, что за фигня вообще происходит? Фигня так, это. Я сейчас... Фигня, ну, в смысле ты за мной повторяешь, Нубик? Ты... у тебя в голове гамбургер. Ты чего там это? У тебя там вообще фантазия на все 200% работать, наверное, должна. Да. Так, тем временем, я продолжаю строить свою котлетку. Я так строю ее, то что мне... Он настолько прикольный получается, то что мне и вправду хочется его уже попробовать как-то съесть. И мне, правда, я сижу... Вот именно, друзья. Кстати, если вы кушаете сейчас, то как бы тоже лайкос под видос. Пишите, что едите, и посмотрим, кто чем у нас сегодня вообще прямо в данный момент... питается. Ну, у тебя какая-то воронка какая-то, не знаю, непонятно, из-под унитаза, что ли, какая-то, что-то такое, в общем, у тебя пока что получается. А я уже, между прочим, перехожу к завершающему этапу, я уже кладу верхнюю булочку на котлетку, и мой гамбургер будет готов. И да, кстати, нам надо сделать будет еще так, чтобы в него было можно войти. Прямо внутрь, это надо сделать обязательно, потому что иначе как мы с тобой будем волну переживать, я не знаю. Вот, так что делаем все максимально красиво. Так, житель, кстати, что-то не уходит, он прямо здесь стоит, но думаю, когда цунами начнется, он точно отсюда побежит, испугается и все. Так, значит так, вот сюда на булочку я положу такие белые, давайте скажем то, что это кольца лука у меня получились, я их вот сюда кладу, да. А вот здесь вот, где у меня осталось немного места, хотя с другой стороны, я сейчас, наверное, сделаю вот что?
Так, сейчас. Я сделаю так, чтобы у меня в бункер можно было, вернее, в мой гамбургер можно было заходить лежа. А потом вот здесь я сделаю немного пространства, чтобы можно было как-то прятаться, что ли. И это пространство я, наверное, прямо сейчас сделаю даже какого-то зеленого цвета вот такого. У тебя там, Нубик, что? Я уже листики делаю. Отлично. Отлично, давай листики. Еще у тебя какая-то начинка вкусная будет? У меня будет сыр, будет, и еще одна булочка наверху. Кстати, а какой твой самый любимый соус? Мой чесночный. Чесночный? Ничего себе, я люблю такой вот соус, чтобы он прям капец такой острый был, чтобы ты его съедал, у тебя прям макушка начинала дымиться, ты прям выбегал такой, ай-яй-яй, я там, и так далее, в общем, да. Так, теперь мне нужно немного внутренности, что ли, своего бургера, получается, повредить, к сожалению, но ничего страшного, мы же должны с вами как-то внутри этой штуковины всей прятаться, так что вот, у меня будет вот такая комната, а там, где я все это дело сломал, я просто поставлю вот таким образом стекло. Посмотрел, потому что офигел то, что у тебя такой бургер получается, такой думает, блин, вот бы мне сейчас тоже бургер там поесть, он такой офигенный, наверное, вкусный, да. Хотя у тебя какая-то фигня получается. Нет, вкуснотища. Вкуснотища, ну ладно, что-то по первому взгляду так и не скажешь, то, что у тебя там что-то прикольное получается. Так, ну что ж, я, по-моему, стекла неплохо замаскировал, по крайней мере, мне лично, мне это устраивает? Нравится. Да, пойдет, так скажем. Так, теперь нужна еще одна прикольная штука. Так, посмотрим, как будет вот это работать. Так, ну что, сработает. Делаю булочку верхнюю, и на это можно совершать, только я еще там, наверное, интерьер сделаю и стекла. Да, давай, обязательно, конечно, надо все это делать, интерьер. Так, у меня что-то тут не получается, к сожалению, нет, работает. У меня не получается никакую дверь тут, к сожалению, поставить, так что нам придется, видимо, с тобой внутри заколотиться уже потом, если что, ай-яй-яй-яй-яй, если что, потом уже получается, не знаю, ломать, чтобы нам потом выплыть на самый верх. Вот, и что-то там делать, куролесить. Сейчас так, все, это у меня работает. Да, стекла обязательно не забудь, потому что если мы с тобой потонем, то я не думаю, то, что житель будет способен нас с тобой спасти. Так, в качестве маскировки вот сюда стекло поставлю. Так, Нубик, все, время вышло, давай, доделывай стекла, показывай, что у тебя получилось. Вы пока что, друзья, можете сказать, у кого круче сегодня получился гамбургер. Я сейчас еще что-то вроде семечек кунжута добавлю вот сюда вот, везде, повсюду. Слушайте, мне кажется, просто офигительнейший у нас сегодня гамбургер получился. Да. Нубик, как тебе мой гамбургер? Отлично. Он похож вообще или нет? Да. Мне кажется, то, что не похож, или похож все-таки. У тебя на какого-то краба похож, твоя постройка похожа, если это... А твоя на какую-то собаку. Не-не-не, Нубик, я тебе честное слово, без всякого сарказма говорю, но у тебя не похоже... Это глаза. Какой... Нет, ты смотри издалека, зачем ты на такую большую постройку смотришь вблизи? Короче, прячься своего краба, я пошел свой офигенный бургер, и думаю то, что он у тебя точно не справится с этим цунами. А, что такое? Я только внутрь спрятался уже. Нет, этот цунами из гамбургеров делает мой гамбургер похожим на какую-то тухлую непонятную массу. У меня вся булочка с кунжутом. Где? Просто побледнела прямо сейчас. Нет. Эй, у меня все нормально. Нубик. Слушай, пока что мне нравится. Посмотри, насколько это аппетитные гамбургеры вместе с водой там смешались. Выглядит неплохо. Да. Так, погоди. Мы не сделали боковые окна. Я даже тебя не вижу прямо сейчас. Я вот в бок смотрю, тебя не видно нигде. Нубик, черт, мы с тобой не успели это сделать. Меня накрывает. Нубик, меня накрывает. Мне уже дышать тяжело становится. А ты как? В смысле все нормально, у меня все стекла залило полностью. Капец. Так, стоп, а как я буду отсюда выходить? Я только что задался вопросом. Дело в том, что как только я сломаю вот это вот стекло, вся эта гамбургерская масса, так ее назовем, она просто ко мне вовнутрь затечет, и мне придется плыть против течения, а пока я буду это делать, у меня просто-напросто может не хватить воздуха, и тогда-то будет уже совершенно не смешно, между прочим, так что это... А как там житель? Где житель? Ты слышишь его? Нет, не слышу совсем его. Ну-ка, крикни его, он там, может, ответит? Житель, как ты там? Эй! Нормально! Меня тут еле... Ой. Чё? Чё? Эй, чё там? Что с тобой? Я...
Он как будто перестал говорить, да, что-то такое было? У меня все стекла белые становятся! Нубик, все, это капец, полный кобздец. Давай выплываем отсюда, только аккуратно не затопи себя, понял? Аккуратно, максимально все делай. Я сейчас тоже постараюсь что-нибудь придумать так, чтобы максимально в порядке вылезти. У нас же как-никак гамбургер, это значит то, что булка скоро намокнет, и все. Все, и хлеб полностью пропадет. Ладно, я против течения. Я успел, кстати. Подожди, вот это у тебя что? У тебя воздушные карманы есть в гамбургере, Нубик. Прикинь. У меня? Да, вот, можно дышать прямо под водой. Иди сюда, ты где? Я здесь. Где здесь? У меня? В гамбургере? Ты в гамбургере сейчас? Нет, я... Так, возвращайся в свой гамбургер. Карманы? Ты где там? Есть. Да, воздушные карманы такие. Я нашел один. А ты где? Вот, иди по кругу своего гамбургера. А вот ты, иди сюда. Вот так вот. Слушай, у тебя глаза даже закрывают твой этот гамбургер. Тебе точно нормально дышать здесь? Да, нормально. Все нормально? Хорошо. Ну ладно, на тебе. Держи тебе семечку кунжута. Спасибо, тогда. Покушай. Ой, вот я тебе скинул. Как я могу ее кушать? Она жесткая. Жесткая? Да не, нормально, у тебя же зубов нет. Так, ладно, все, поплыли кверху, посмотрим, где там житель, потому что, судя по звуку, его как будто бы там затопило. Ведь все время, пока что мы строили с тобой эти гамбургские укрепления... Да, я не видел, чтобы он что-то делал. Он все время просто стоял на месте. Хватило! Так. Житель. Чего-то жителей у нас сегодня нет. Я понял. Слушай, под воду заглядываю. Я даже... А вон наши гамбургеры. Его там точно? Нет, его там точно нигде нет. Какой серфить? Ты что, на чем я тебе буду? Вот на белом ковре, что ли, серфить? Вот на тебе белый коврик. Я тебе даю. Опа. Упал вниз, да, походу? Вот, ничего страшного, утонул. В общем, друзья, вот такой вот цунами из гамбургеров у нас сегодня получилось. Честно говоря, с одной стороны, это плюс, потому что у нас теперь есть много-много еды, которой хватит на много-много лет. А с другой стороны, это минус, потому что мы не успеем это все съесть. Еда стухнет, начнет вонять, как Нубик. И, в принципе-то, вот он весь и минус. Мне кажется, минусов здесь все-таки больше, чем плюсов. Ой, Нубик, что-то от тебя какой-то шлейф неприятного запаха идет. Ты давно мылся, кстати? Неделю назад, ну а правда это или нет, вы, конечно же, узнаете по следующих сериях. Все, всем удачи, хорошее настроение, с вами был, конечно же, я, Шэдимэн. Всем пока, и кто со мной тут еще был? Что-то башка какая-то большая. Нубик. Нубик, все, пока, пока всем. Пока, друзья.